И доброе утро, мои хорошие! И мы вот с этим маленьким лысиком вас приветствуем, да? Вот такой у меня есть НЛО, очень эксклюзивный, очень маленький, лысенький. У него только чубчик вот такой вот между ушками. Ну, креативный, креативный парень, да. Вот. И у него нету абсолютно шорстки. И вот такой вот милаха, да. Поэтому мы вас приветствуем. Хочу, чтобы все улыбнулись и немножко умильнулись, да, зарядились от такого вот ушастенького чуда. Вот такой вот эксклюзивный у нас родился, да, щеночек. И сейчас тут скулил, пришлось его взять на ручки. Да, да, вот такой вот малыш. Ну что, мои хорошие, я вас приветствую всех с понедельником. И пусть этот понедельник для всех будет самый чудесный, радостный день и вся неделя, чтобы у вас была заряжена, да. И давайте сделаем вдох и возьмем свежесть и бодрость этого утреннего дня. И берем мы вдох через животик. Вдох. И с благодарностью выдох. И еще раз вдох. Потянулись, задержали. И на выдохе животик подтягивается. И еще раз вдох радости, вдох бодрости в животик. И, мои хорошие, наша зарядка смехоэнергия, она включает йогу смеха, она включает дыхательные практики, звукотерапию, нейрогимнастику, различные интересные игровые упражнения. Она каждый раз разная, и ее цель, конечно же, это здоровье, это гормоны счастья. И сегодня самый-самый большой дефицит в наше время – это действительно дефицит радости. Поэтому нам нужно быть всем в ресурсном состоянии. И когда мы с вами смеемся, да, у нас это прежде всего тренировка. Поэтому даже если вам не весело, но все равно упражняйтесь. Представьте, что вы пришли в тренажерный зал и просто выполняете, потому что так надо, потому что это поможет, потому что усиливается кровообращение, потому что идет кислород в крови ко всем органам, к мозгу, к сердцу, насыщая вот полностью наш организм кислородом, гормонами радости и счастья, да. Еще это фейсбилдинг, это наша молодость и красота, что тоже для нас очень важно, да. Это эмоциональный интеллект. Сейчас так ценно адаптироваться в окружающем мире. И, конечно же, это служит миру во всем мире, потому что только когда мы наполнены счастьем, именно тогда мы можем делиться этим счастьем с другими. Поэтому... Так, и мы с вами начинаем первое упражнение. Итак, запоминаем, что вдох мы делаем низом живота. Опустите, пожалуйста, плечи, грудь у нас на месте, и мы делаем вдох и надуваемся счастьем, радостью. И выдох у нас, животик втягивается, потому что мы привыкли наоборот, когда вдох, живот втягивается, а здесь у нас точность наоборот, низ живота, почему йога смеха, йога, пранаяма, это про дыхание, вдох, а дыхание это самое, в общем, главное, это важнее, чем питание и вода, выдох, и вот это из главнейших правил, почему-то на него как-то мало кто обращает внимание. Все говорят, вот улыбку оденьте, вот на букву А стартер. Да, это все важно, но прежде всего дыхание животом. Почему мы надеваем улыбку? Почему мы широко открываем рот? Почему на букву А? Все это ради дыхания. И самое главное здесь правило, во всех этих правилах, это длинный-длинный выдох. Длинный-длинный выдох. И вот мы его длинный делаем именно тогда, когда мы надуваем живот. Потом можно, если вы живот взяли, воздух, потом можно добрать грудную клетку, и у нас выдох во всех трех наших инструментах, а три инструмента это какие? Это смех, это откашливание, и это звукотерапия, когда мы пропеваем гласные звуки. Так вот, во всех одинаковые правила. То есть во всех инструментах мы дышим животом, мы открываем широко рот, а, ну-ка, давайте откроем широко-широко рот, шире-шире-шире, вот как у горлоносу пришли, он говорит, не видно ничего, еще шире,
Да, вот мы широко открываем рот, мы включаем звук на полную громкость, да, вот прям громко-громко-громко. Конечно, все делаем с улыбкой, и стартер у нас буква А. Почему именно А? Я иногда слышу, что вот там начинаете смеяться, угодно, о, и да, смеемся, но стартовая А. Уже потом, когда мы разогрели наше горлышко, вот прокачали все наши пазухи, все, тогда мы начинаем уже упражняться и добавляем разные звуки. Но начинаем именно с А, потому что именно с А у нас хорошо открывается рот. И особенно, когда новички приходят. И вот смотрите, если И, вот попробуйте смеяться, И, да, препятствие. Да, препятствие, то есть не так легко выходит воздух, да. О, то же самое, то есть любые другие буквы, они не пропускают так легко воздух. Поэтому начинаем мы всегда. А, широко открыл рот, давайте это сделаем. Кто молодец? Да, скажите, я. И вот на А смеемся. Кто? И я. Видите, длинный-длинный выдох. То есть у нас заканчивается звук, а мы еще продолжаем шумно выдыхать. Широко, да, как два парашюта. И мы берем вместо 1 литра 4 литра воздуха. То есть увеличиваем, разрабатываем наши легкие. Это пусковидная реабилитация для тех, у кого с иммунитетом. Очень ценно это делать. И еще раз приготовились. Вдох. Мозг на
наш запечатан, все, что мы сказали, да, все, что мы туда набрали. Здоровье, дата, счастье, энтузиазм, вдохновение, изобилие, процветание. Мой мозг пластичный, мой мозг компромиссный, гибкий, да? У кого там консерватизм? Мы массируем волосы наши густые, да, сильные, крепкие. Да, вот так. Пометили себя с работы, вот как перевода. Еще добавили гармончиков радости, да, добавили, замешивали. Раздражулька какая-то попалась. Просто ее все. И ушки наши хорошо, хорошо растираем наши ушки, лопоушки, поиграли на гармошке. И, конечно же, все смеемся, все делаем весело. На прищепочке себя повесили. Сережки одели, да. И хорошо, хорошо, вот так вот пальчиками везде подделали, да. Хорошо разгрели наши ушные раковины. И вспомните, как мы кита делали, все помнят? Набираем воду и... Плаваем в озере, говорим своим детям, детям едем кита, ныряем, набираем воду. Микрофон включены, рюханье только, не слышно Ларису, пожалуйста. Красивые, молодые, да, делаем такой вот массажик, так, ушком. Так, умываемся доброй, хорошей, позитивной энергией. И подвигали челюстью. Трудно, обязательно делайте разные упражнения. Верблюд. Ой, как вам идет? Сейчас сделаем вдох и на выдохе лошадку проверим, как у нас расслаблены губки или нет. Вдох. У всех получается? Нет, не получается. Вот так надавите чуть-чуть пальчиками. Давайте сейчас со звуком лошадку. Вдох. У всех получается? То есть нам нужно разрабатывать, чтобы у нас артикуляция работала. И почему мы включаем и нейрогимнастику, потому что все у нас взаимосвязано право-левое полушарие. И я включаю еще и различные на артикуляцию, скороговорки. Да? Ну давайте мы вспомним во дворе трава, на траве дрова. Да. И сейчас вместе будем это все соединять с пальчиками. Да. Во дворе трава, вот представьте, вы заходите во двор, там трава. На траве что? Трава. Легко понять, да? И давайте, во дворе трава, на траве дрова. 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 На траве трава, на траве дрова. На траве трава, на траве дрова. Два, 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 два,
Счастью – вон. Печали – вон. Да? Радости – вон. Раздражению – вон. И давайте попробуем поменяем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь соединяемся с скороговоркой. И если сбиваемся, все равно весело смеемся. И во дворе трава, на траве трава. 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 И добавляем лопок. Во дворе трава, на траве трава. 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 На траве трава, на траве трава. Во дворе трава. Ну как, вот получается? Сколько новых нейронных связей? Трава. Пальчиковая гимнастика – это нейрогимнастика, которая делает корпус гибким. На дворе трава. Да. Ну, а скороговорка развивает артикуляционный аппарат. И когда мы это все сочетаем, да, добавляем клубок, ну, для кого-то это просто вот еще... В общем, тренируйтесь, делайте медленно, у кого не получается. И неважно, получается, не получается, учитесь смеяться над собой. И чем больше людей смеются над нами, тем мы их делаем счастливее, да? И главное, что образуются новые нейронные связи. Хорошо, давайте с вами сделаем лисичка, зайчик. И раз, два. Смотрите, здесь три пальчика. Вот как будто мы посолили. Как мы солим салатик? Вот так мы солим, да? Ну, это наш зайчик. Да. И приготовились. Раз, два. Раз. В своем тенечке. И смеемся. У кого-то, может, уже вот так получается, у кого-то вот так. Неважно. Главное, что вы учитесь чему-то новому. И это важно. Потому что, когда вы делаете все время одно и то же, учитесь одному и тому же, вы перестаете развиваться. Поэтому важно именно делать то, что вы еще никогда не делали. Добавляем хлопочек. Раз, два, да. Хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. А теперь давайте мы салатик покушаем. И мы берем огурец, мы берем нож, и начинаем резать и смеяться. Чик-чик-чик-чик. Добавляем помидорчик. Лучка репчатого, да, чтобы микробы все убить. И чик-чик-чик. Берем капусту, качан, и его тоже. И начали стругаться. И замешиваем это все ложкой. И смеха с маликами посыпали вместо соли. А? И начинаем кушать смеха салат. А? Кто-то появилось желание откашляться?
Хорошо, еще раз вдох. Расстаемся. Как будто мячик отбивал. Я в пол. Печалька уселась. Давайте все, что у нас тут накопилось. У кого особенно есть горбики в виде холки, в виде лишних отложений, давайте это все снимаем, кидаем под ноги. И сейчас ногой делаем раз, два, другой ногой раз, два. И расставляем это все, смеемся. Все волнения, все печальки, все раздражульки, все обиды. Колышет ветерок, движение рыбок, движение других растений. И водичка нас колышет в разные стороны. И работают все наши позвоночки. И какой-то из них вы давно не упражняли. А то, что мы не упражняем, то перестает работать. И он вам говорит, да. И сделай так упражнение, чтобы вспомнить обо мне, чтобы меня тоже задействовать. Да, и разный, вот такой вот морской танец. Да, танец водорослей. И вас колышет, и рыбки касаются вас. И вам так хорошо, так приятно. Вы благодарите этот подводный мир. И вы благодарите Вселенную.
И вы чувствуете, что вы со Вселенной одно целое. Вы частица этой природы. Вы частица этого мироздания. Благодарность. Благодарность Всевышнему. Любовь к окружающей среде. К этому подводному миру. Ко всем его жителям. И мы понимаем, что мы с ними одно целое. Да. Разрабатываем плавно, плавно. Вес позвонок у нас работает волнообразно. Да, в разные стороны. Вот такие волны делаем. Открыли глазки. Как вы себя чувствуете? Страшно. Классно. Хорошо, хорошо. Да. Лучший день. Да. И мы чуть не забыли про наши смехомочалки. И сейчас мы берем нашу смехомочалку и начинаем ее растираться и смеяться. Хорошо, себя растираем, да. Если у вас
вас идут такие процессы, как откашливание, да, зевота, головокружение, все, пошел кислород, все классно. И давайте, если тут есть кто-нибудь на букву О, Оля, например, мы сейчас Олю поприветствуем буквой О и смехом на О. Вдох. Хорошо. А сейчас поприветствуем Светлану. У нас будет «Све», и мы на «э» смеемся, да? «Све». Сердечко в студии, сердечко Светлане. На «э» смеемся. Теперь поприветствуем Ульяну. Вдох. Поприветствуем теперь Ирину. Вдох. Побежали друг друга обнимаем. Молодцы! И теперь кто победитель? Триумфатор! Кто может все? Я и смеемся тоже на А. Вдох! Я! Мы ее зарядили чем? Зарядили всем добрым, веселым, смешным нашей энергией, да? И пьем эту энергию. У нас водичка структурированная. Мы оздоравливаемся, мы омолаживаемся, да? Мы зарядили весь наш день гормонами радости. И вся наша неделя. Друзья, каждый день приходите в 9 утра. Передайте всем. Здорово. Светлана до сих пор не может остановиться. Да, энергия подкрутила. У нас сейчас отключится. А вы, друзья, просто в том же духе продолжайте. Если кто-то из вас хочет что-то пожелать,
всем нам, пожалуйста, включите звук и еще что-то успейте сказать, пока мы не отключились. Давайте звук студию, для чего мы Лариса, благодарю за сегодняшний супер смех. Это было что-то такое. Вы человек, это нет такого, наверное, вы же мадам Катарю перешли. Это было супер. Мне очень понравилось. Дай вам Аллах, дай вам Бог много-много долгих лет жизни, чтобы оставались всегда такой красивой, энергичной, жизнерадостной. Вы дарите нам, всем людям такое счастье. Счастье улыбаться. Это ведь жизнь, это ведь жизнь. Это улыбаться, это жизнь. Вы дарите нам жизнь. Спасибо, благодарю. Дорогая, прекрасная звездочка, королева принимает всей души. Прям вы меня тоже наполняете энергией. Это так важно, чтобы взаимообмен шел, чтобы было и дающая, и отдающая обратная связь. И тогда все бумерангом еще усиливается в 100 раз. Особенно, когда окошки открыты. Вот энергия идет через открытые окошки. Да. Кто-то еще что-то хочет добавить. Яркая, красивая. Великолепная Лариса, благодарю вас, благодарю за сегодняшний урок смеха, который приносит всем нам радость, всем нам счастье приносит.